На территории посольства Китая в Киргизии взорвался автомобиль. Есть пострадавшие. Телеканал «Звезда» представляет вам новости в студии Кирилл Ховрин. Итак, взрыв на территории посольства Китая в Бишкеке устроил террорист-смертник. Об этом несколько минут назад заявил вице-премьер республики Жениш Разаков. Однако в Госкомитете национальной безопасности страны пока не спешат называть атаку терактом. Сейчас на месте взрыва работают следователи и саперы. Квартал вокруг посольства оцеплен. Взрыв прогремел около 10 утра по местному времени в самый разгар рабочего дня. Как сообщают очевидцы, автомобиль протаранил ворота дипмиссии, после чего взорвался недалеко от резиденции посла. В соседних зданиях выбило стекла. По словам милиционеров, вероятнее всего машина была заминирована. Эту версию сейчас проверяют. Водитель погиб на месте, ранения получили трое сотрудников посольства. По предварительным данным, все они граждане Киргизии, их доставили в больницу. Личность мужчины, устроившего атаку, установлена.